Всем привет, ребята! Вы на канале Верн Крутон, и подождите одну минуту. Я просто закрыла дверь, и все мешало мне. И вот, короче, я просто сейчас договорюсь с девушкой, когда она мне сделает шип, типа она не знает, когда приедет, откуда-то не знает, когда я сама она едет. И вот сейчас надо победить вот этого оленя, мне еще чуть-чуть. Смотрите, откроем, конечно же, открываем, конечно, сейчас будет сундучок у нас, ребята. И я угадала, у нас сейчас будет сундучочек, мини-сундучочек. Какой мини? Нормальный сундук, тяжелый. Хотя, да блин, я уже всю коллекцию скоро нарвала, всю одежду соберу. У меня, кстати, вы заметили, что у меня очень мало количества. Ду-ду-ду, ой. Что-то я так Да что ты все Малыш засип, короче. Мама, это моя банда, рыба пропаганда. Это скоро будет такой клип, ребята. Да. Что так мало у него этого? Сейчас я... Стрима. Да. С 4 ударами его убил. Сама. И кто-то у нас там прокачался, я не помню. Я не знаю. Они вместе с Ли. Нет, не жру. Вон там заяц еще. О, уже на 100 нормальный заяц. 38. 38! И так мало же. Ой, еще зайца. Кто-то... А, это Донни прокачался. Я играю за мамку, потому что она самая сильная. Пэйв в небесах. Твой мобильный зазвенит. Та-та-та-та-та-та-та. А это кто с тобой? Мама, это моя мама. Так, сколько нам еще там осталось? Неизвестно. Блин, реклама. Опять это реклама долбаная. Сейчас. Так, убрали инфекцию реклам. Вот, еще чуть-чуть осталось. Блин, еще много осталось. Короче. Сегодня будет серия долга, наверное. Твой мобильный зазвенит. Если я не буду просто спевать. Так, это мы кого убили. Так, идем на енота. Наезжаем на енота. Ой. Енотик, а я думала, откуда ты в меня тут взялся на экран? О, боже мой, у меня энергии. Пошлите опять босса убьем, якого я хотела в той серии быть. Что у меня не вышло. Пойдем? Пойдем, ребят, сейчас я только поем. Пошлите, пошлите к боссу. Отомщим ему, что осталось 44 жизни, и я умерла из-за дерева. Пойдемте лоханем босса. Так, я чую добычу. Я сразу иду на добычу, которую я нахожу на своем пути. И все. 3 удара и як щелчок танца. Пойдем, пойдем, пойдем на лисичку. Вижу лисичку, бегу на лисичку. Уровень. Сейчас пойдем еще возле босса воды попьем. У меня мало, у меня нормально жизни. У меня этой энергии мало. Хотя нормальной энергии, сейчас их восстановлю. Потом восстановим. Та-ты-ты-ты-тым-тым. Цирк. Па-па-па-пам. Что мне громче сделать? Сейчас, одну минуту. Вы понимаете, сколько это денег будет стоить? О, 29 уровень, скоро будет 30. Так. Вы понимаете, сколько драгоценных камней? Это 100 драгоценных камней. Это просто, блин. Смотрите, 100 драгоценных камней будет. Еще давайте до волка до уровня 50 и добьем будет. Да, это будет мало. 25 драгоценных, а 100. 50. 100, да?
Это 50 опять. А получи все 7. Что так, блин, упрямые все. О, боже мой. Посмотрим, сколько стоит это, Олегин. 90, блин. Стоит 90 будет. У меня все почти все кристаллы потрачу на легендарный скин орла или там чего-то еще. Понимаете это вы? Или я просто потрачу все алмазы на вот это? Ах, мало еще. Блин, а как это сказать? Где магазин у нас? Вот все, магазин. Я потрачу на вот эти сундуки. А, тут, ой, тут кристаллы продаются. Да блин, а я же хотела магазин. А магазина уже не, а вот он пришел. 55 кристаллов. Максим эпический сундук. Кстати, я могу купить эпический сундук. Вы понимаете, будет одна фиговенька. Восстановить. Чего восстановить? А что такое восстановить? Что такое восстановить? А что это было только что? Смотрите. Нет, спасибо, 4 миллиона. 4 тысячи. Спасибо, не будем. Белка. Да не будем ее трогать. Чего? А мы же уже до босса не атакуют ее. Боже мой, какие тупеньки. Ну, лиса идет на наш путь, а что мы ее убьем? Убьем, что-то я так странно сказала. Убьем. То есть как-то странно говорила, только что не убьем, а странно говорила. Прыгаем, убегаем от лисы, хотя у меня 35. Прикольно, у меня 35. А у меня 37. А у меня... Я лиса, я поняла, я поняла. Ты поняла, лиса? Я главная здесь. Блин, опять мама музыку включила. Или кто там ее включил? Так. Что-то, блин, я напрыгалась. Что ж. Давайте позачем я двлюсь ногу. На ногах чешется. О, боже мой, комар вкусил, да, это точно. Сколько 3000, и так понятно. Сейчас прокачаемся. Мама, это моя банда, рыба пропаганда. Мама, пусти. Лололошка. Себя прокачаю. Все, прокачала. Надо было жизнь прокачать. Так я жизнь прокачала. Чего и силу прокачала, кстати, да. У меня уже 33. Так какого фига так мало? Хотя мы чуть-чуть под... Бежим. Мама, это моя банда. Рыба-пропаганда. Я уже секрет припева раскрыла. Этой песни. Так. Да, мне там ничего девочка не писала. Пока девочка ничего не писала. Да че вы так слабенько? У меня еще жизни полно. А что это такое такое? Стоп, я на паузу хочу поставить. Блин, опять рекламы эти. О боже мой, рекомендую эту игру тупую. Я пошутила, не рекомендую, она очень плохая. Убираем и смотрим, что здесь. Мало памяти. Да, ясно, мне можно. Чего? Ребята, мало памяти. Бережимся. Бежим отсюда. Быстрее в галерею. Быстрее. Сейчас, сейчас будет видео выключено. Да, уйди от меня. Напрос. Что такое, мама? Блин, Лаки Крафт. Удаляем все, что тут я на свете. Че это такое? Обычный экран. Нет элементов. Почему мало пям? А, нет, есть. Удаляем. Удаляем. Удалить. Теперь нету памяти. Есть память, то есть. И не надо мне писать, что у меня нет памяти.
Перервали меня тут всю съемку. Всей памятью. И опять я заходю в Вайлдкрафт. Да боже мой, какой мужчина! Походу мы сегодня не убьем босса из-за... Чего? О, Ютуб. Наконец-то. О, вот комментарии Так, познаватель лапи от Лены и другое понравилось ваш комментарий. Да, она просто у меня вот эта фигня. Она у меня... Она скачана. В смысле 2.22. Какого? Чего? 2.22? Это утром было? В 2 часа ночи? Чего? Не рекомендую. Какого фига она в 2 часа ночи мне выложила видео? Или она живет у нее типа утро? И она видос снимает. Типа она живет в Москве. А если да, просто у нее сейчас 2 ночи, и она живет в Москве, а у нас 22. У них уже утро, скоро утро. У нас только темнеет, а у них только начинает светать. Я не могу показать. Могу вот так показать. Могу вот так показать. Вот туда. Вот там и ночь. Понимаете? Там и вечер, то есть. Понимаете? О, камера в камере. А, здесь это все. Пойдемте, короче, не будем сегодня за серию это добывать. 100 драгоценных камней. Пойдете лучше орлом играть в пустоте. Если она сейчас гуляет вообще. Я хочу спать. Мне вообще... У вас пока нет друзей. Находясь в игре, можно пригласить друзей через меню. И нажимаем, идет поиск друзей. Персик! Доля! Доли, то есть... Доли! Персик! Вы чё? А не пустота? А пустоты нет? А. Вот эту надо удалить вообще. Удаляем. Удалить. Она мне не подруга. А, мне лост. Она мне сейчас не ответит. А, не ответила. Чего? Вот поворот. Вот это поворот. Вот это поворот. Вот это поворот. Никогда так не кривилась по видео. Чё так резко ночь стала? Всем привет. Снимаю. Блин, снимаю видео на YouTube. И она сейчас скажет мне уйди с сервера, да? Всем привет. Всем привет, снимаю видео на ютубик, никто не... Так, где они все? Они все тут, что ли, или на мне 14? Ап-хап-хап! Кому именно? Чего? Ребят, вы популярны, вы в видео попали. Блин, я не хочу не писать. Я лучше уйду с его сервера, как он чокнутый. Хотя он нормальный реально. Но я не хочу просто. Я не хочу просто. Я молчу. Я молчу. Все, в смысле ей 21. Какого фига такая взрослая тёлка играет в игры? Чего? Вот это поворот. Поворот. Рот. Рот. Поворот. Вот это поворот. Сейчас приду к персику. Если он сейчас будет, я вообще...